Впервые в новейшей истории Севастополя звание «Образцовый» удостоился жилой дом номер 4 по проспекту Античный. В среду, 22 ноября, табличку с таким знаком отличия жильцам вручил председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергей Степашин. На самом деле, вот эта традиция, она была в Советском Союзе, кто, может быть, помнит, кто постарше, кто люди моего поколения. Потом она отмерла, казалось бы, ну что, кому это нужно? Кого тут напугаешь или обрадуешь? Этими знаками отличия. И оказывается, людям действительно приятно, когда им говорят спасибо за то, что они свой дом, это же ваш дом, это ваша собственность, это ваша жизнь, которая проходит здесь, когда вы приходите, кто с работы, кто с детского садика, кто со школы. Вот. И приходите действительно в уютный, красивый дом, который, за которым вы ухаживаете. Поздравления и слова благодарности выразил жильцам многоквартирного дома и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Конечно, это все сделано вашими силами. Мы, как правительство города, запустили несколько программ. Это и программа «Дружный двор». В этом году 50 дворов мы приводим в порядок. И на следующий год уже также проводим работы. Поэтому я хочу, чтобы наши жители города следовали вашему примеру. Иногда использовали средства бюджета, иногда просто выходили на субботники и наводили порядок у себя же дома. Исполняющий обязанности председателя правления объединения совладельцев многоквартирного дома Михаил Ложкин провел для гостей экскурсию по территории двора. Он рассказал, что жители принимают активное участие в благоустройстве и содержании общего имущества, регулярно проводят субботники. Во дворе дома организован сквер, детская площадка и тренажеры для занятия спортом.